канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Попался мне сегодня в руки новый браслет, фитнес-браслет от компании Samsung, да, под названием Samsung Galaxy Fit 3. Ну и я решил вам его продемонстрировать. Вот так вот он выглядит в разобранном виде. Распаковочки не будет, потому что у меня одна из коллег по работе приобрела себе смартфон Galaxy A55 и с ним в подарок шел, так скажем, данный браслетик. Давайте поговорим. Я уже немножко посмотрел, поюзал. Интересная штучка. Что значит такое? Значит, материал алюминиевый, корпус со спортивным браслетом. Вот этим вот. Потом мы поговорим о соединении еще. Цвет графит, серебро и розовое золото в моем случае. Ну, для женщины вообще, мне кажется, просто лучше нет. Выглядит шикарно, даже внешне. Прямо реально шикарно. Очень хорошо выглядит. Симпатично, красиво. Молодцы они. Размеры, значит, 42.9 на 28.8 и на 9.9 мм. Это его толщина. 9.9 мм. Вес с ремешком 36.8 грамм. Вес без ремешка 18.5 грамм. Намного меньше. Дисплей 1.6 дюйма AMOLED 256 на 402 точки, значит, и 302 PPI. Память 16 мегабайт плюс 259 мегабайт. Аккумулятор, значит, здесь какой у нас? 208 мАч. Обычное использование до 13 дней. Зарядка, значит, POCO, штыковая плюс магнитная. Штырьковая, вернее, плюс магнитная. Дальше датчики: акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, барометр, датчик освещенности. Возможность подключения по Bluetooth. Водостойкость 5 атмосфер плюс IP68. Совместимость Android 10 или выше с более чем 1,5 гигабайтами памяти. Далее ремешок. Ну и ремешок, в принципе, как у всех фитнес-браслетов, он индивидуальный. Другой какой-либо вы сюда не воткнете. Можно брать только родные. Все. Сделан сейчас, видите, как интересно, штырьковый такой механизм. Соединение с самим фитнес-браслетом. Вот так. И, значит, здесь механизм рассоединения под типу, как на Galaxy Watch 6, с кнопочками, да? Пожалуйста, только здесь на самом браслете. Вот она. Ну, запускаем и смотрим. Экран, конечно, огонь. Я уже как бы предварительно их запустил и сделал себе для левой руки, для правой руки. Видите, кнопочка здесь рабочая, здесь сразу при настройке эта функция есть. Выбора именно руки, запястья, поворота кнопок, кнопки одной, ей можно все сразу поменять. Что мы, значит, с вами имеем? Здесь вот такой циферблат, экран огонь, AMOLED есть AMOLED. Ну, как ни крути, экранчик действительно огонь. Что у нас, значит, тут еще есть, помимо того, что есть? Да, Samsung Health, естественно, здоровье, контроль мультимедиа, как и на часах Galaxy, да, это удобная штука. Пожалуйста, когда подсоедините, можете что-то запустить на телефоне. Найти телефон, погода, календарь, таймер, будильник, секундомер, мировое время. Настройки мы сейчас с вами еще посмотрим. Дистанционное управление камерой. Это работает на премиальных смартфонах Galaxy, таких как Galaxy S, Note, плюс еще и так далее. Раскладушки, короче, все, калькулятор. Ну и теперь давайте по настройкам пройдемся, посмотрим. Здесь есть режимы. Режимы сон, как обычно, да, уведомления. Пожалуйста, здесь устанавливается тоже. Уведомления, если телефон используется, если не используется. Прикольно, потом отображение уведомлений, потом выключить звук уведомления на телефоне, если хотите вы, допустим, и только на часах будете получать. Не беспокойте, дополнительные параметры, индикатор уведомлений,
убрать, включить или отображение подробных сведений. Дальше включение экрана при получении уведомлений. Автоматически включать отображение уведомлений на браслете для новых приложений. Так, здесь мы с вами посмотрели. Дальше вибрация. Кстати, вибрация здесь очень такая хорошая. Мне понравилась. Прям очень понравилась. Не скажу, что она такая какая-то мягенькая, но тем не менее она получше, мне кажется, все-таки, чем на часах. Потом вибрация здесь какая она короткая, долгая, тоже перенастраивается все. Вибрация уведомлений и системная вибрация. Звука, естественно, нет. Ну, Samsung монитор, вернее, Samsung здоровье, пульс вручную, либо стресс вручную, сон. Также распознавание активности, тоже удобная штучка. Все это у нас здесь есть. Защита данных даже здесь присутствует. Ну, это значит задать пин-код. Рисунка здесь, видимо, нет. Рисунка нет, только пин-код. Экстренные ситуации, дополнительные функции, оповещение об отключении от часов, да, давать полноэкранный режим с вибрацией. Включается вибрация и экран показывается. Блокировка в воде тоже у нас здесь присутствует. Двойное нажатие кнопки. Задать можно какие-то параметры, индикаторы статуса отображения всегда, либо скрывать через 2 секунды, так же как на часах сверху здесь. Потом общие настройки, ориентация, вот как раз таки, что я вам показывал, да, левое-правое и нажатие кнопки, какой левое или правое. Вот так я поменял на левое, допустим, да, и положение кнопки, естественно, вот так правое. Все, и теперь, пожалуйста, перевернул экранчик, и вот у меня здесь все. Это уже для левой руки. Удобно. Молодцы. Не знаю, раньше было или не было, просто я никогда такими фитнес-браслетами-то и не пользовался. Советы, учебный курс, ну и о самом браслете Fit, номер модели и серийный номер. Не знаю, как все у них тут с обновлениями, но, скорее всего, приходят, и они у меня подключены к моему смартфону. И интересно мне, наверное, показать вам так же, как и себе, вернее, посмотреть, и вам показать, как это все отображается уже и на самом смартфоне. Сейчас я заведу эту тему. Так, где у меня Fit? Вот, пожалуйста, сейчас прогрузится. И посмотрим. Так, все подключается. Здесь замена циферблатов. Дальше настройка циферблаты. Ну, циферблаты есть. Здесь он еще разный, тут разные, с активностью, как обычно, да, куча их, короче, тут этих циферблатов, прям реально куча. Потом панель быстрого доступа здесь изменяется, дальше экран приложений, здесь же можно все поменять, как вы хотите, да, настроечки, мне кажется, целесообразнее их держать вверху, и дальше уже кому что нравится. Потом поиск браслета, только вибрация, естественно, звука нет, потому что динамика нет, но есть микрофон. Микрофон есть, динамика нет. Советы по руководству и настроечка браслета. Так, обновление. О, даже обновление браслета есть. Давайте проверим, есть ли какое обновление. Ну и может там что-то интересного есть. Так, обновлений нет, так что, ну, как-то так. Дорогие друзья, возможно, вам было интересно посмотреть данный обзорчик. Надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, лайк, подписка, ваш коммент, как вы думаете сами про данный аппарат. Ну, выглядит он клево, реально клево. Мне даже захотелось своей супруге такую купить. На женской руке выглядит вообще будет классно. Для моей руки, конечно, он маловат. Вот такой. Но экранчик просто огонь.